Новое оборудование установили на многофункциональной спортивной площадке в поселке Вулканы на Камчатке. 250 тысяч рублей на ее модернизацию направил краевой депутат Кирилл Волков по программе реализации наказов избирателей в этом году. Кирилл Сергеевич помогает нам во всей деятельности, в том числе и, конечно, спортивной, которая необходима для каждого поселения. Вот по наказам избирателей, которые мы планировали на 2016-2017 годы, мы приобрели для многофункциональной спортивной площадки, в которой проводим хоккейные матчи, футбольные матчи, приобрели оборудование для большого тенниса, для волейбола. Мы можем проводить здесь соревнования как по большому теннису, тренировки, так и по волейболу. То есть площадка пользуется большим спросом как у детей, так и у взрослого населения. Соответственно, в этом году мы сделали освещение дополнительное, потому что было немножко темновато проводить, особенно в вечернее время. Уже не первый год на площадке, которая сейчас облагораживается, проходят соревнования по хоккею в валенках, в которых участвуют в среднем от 10 команд. Проводятся здесь соревнования и по другим видам спорта. При распределении денежных средств по этой программе, прежде всего, прислушиваюсь к мнению глав муниципалитетов, потому что они никто, как другие, знают нужды поселений, куда в первую очередь необходимо направить денежные средства. На сегодняшний день мы продолжаем работу, будем утеплять раздевалки, в планах стоит ремонт теннисного корта, еще одного. Также у нас по всем поселениям в округе запланированы работы на ближайшие 2 года. Уже средства все расписаны. Добавим, что поселок Вулканы известен в Елизовском районе своими спортивными традициями и сильными командами, в том числе воинских частей.